Привет, друзья! На связи Ирина Пьянтонида, ваш риэлтор во Флориде. Я сегодня показываю вам новый новостроечку такую, Mobile House. Он мне самой очень понравился. И я хочу вам его вот поделиться с тем, что увидела. Вот мы с вами заходим на крылечко. Этот Mobile House, он состоит... Это не Mobile, это Manufacture. Он состоит из двух частей, которые складываются вместе. Это три спальни, два санузла, где-то 1500 square feet. Вот мы с вами как раз заходим в living area. Это жилая зона, кухня и обеденная зона. Я сейчас пройду в уголочек и оттуда покажу вам. Достаточно большое, просторное. Видите, очень много окон, очень много света. И это абсолютно новый дом, то есть это дом модельный, который вы можете точно такой же дом заказать. Я его, как бы стоимость я расскажу немножко позже. Вы видите, что все очень хорошо, просторно. На самом деле, вот как бы нет лишнего и в то же самое время необходимо. Обратите внимание, на кухне две раковины, может быть. Одна раковина в стенке, вторая на вайленде. И вот это мне очень нравится, вот это кажется, что это как какой-то шкаф. На самом деле, гляньте, здесь скрыта замечательная кладовка, она невероятно вместимая, очень длинная, узкая, и можно здесь хранить большое количество продуктов. Дальше мы с вами проходим в мастер-бедрум. Мастер-бедрум, вы видите, что здесь можно поставить кровать King, здесь пока стоит кровать Queen. Но окна, видите, с двух сторон, мне очень нравится, когда окна по разным сторонам от кровати. Двойное окно по левой стороне, и вот здесь, вот вы видите, есть комод стоит, и огромное количество места. Walk-in closet, он пускай небольшой, но он достаточно вместительный и удобный здесь. И мы с вами сейчас пройдем в мастер-бэт, в санузел. Смотрите, достаточно стоят тумбочки, как бы есть вокруг места и слева, и справа. На полу вы видите здесь ламинат везде. И то есть вот этот именно вариант я вам озвучу с ценой, когда везде ламинат, а не карпет, как мы видели с вами в прошлый раз. Вот двойная раковина, вы видите, очень удобно, большое количество шкафов. Мне было очень важно, чтобы была душевая кабина, вы видите, здесь есть душевая кабина и ванна в санузле. Это, будем говорить, такой минимум. И опять же, вот смотрите, хороший шкаф вместительный, то есть есть место для шкафа, для того, чтобы положить туда полотенце и поставить какие-то туалетные принадлежности. Из ванной мы можем выйти не только в мастер-бедрум, мы можем выйти еще и в постирочную. Тоже очень удобно, когда таскать все эти вещи на стирку. И тут же с левой стороны был выход на задний двор. Вот такая вот комната. Теперь вот мы пойдем с вами на следующую сторону. Это такой сплит, когда в разные стороны мастер-бедрум и две остальные спальни. Остальные спальни, вы видите, они стандартного размера, там 10 на 11. Каждая из них оборудована walk-in closet, то есть это тоже удобно. И он, вы видите, достаточно вместительный, это не простой вот там как бы вешалка, а еще можно войти вовнутрь. Санузел стандартный, абсолютно санузел, в котором есть стандартная ванна, стандартная мойка, стандартный унитаз. И еще вот одна, вторая комната из небольших спален, где тоже walk-in closet. Этот дом со всеми вот этими прибамбасами, про которые я вам говорила, вот в том состоянии, которое он сейчас есть, он сейчас стоит 145 тысяч долларов. И мне он тоже очень нравится. Поэтому, если он вам нравится тоже, пишите в комментариях. С вами была Ирина Пьянтонида. Канал «Ваш риэлтор во Флориде». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я в следующий раз покажу вам модульные дома. А пока, пока-пока.